Всем привет! С вами уникальный Ваня, вы у меня на канале. Сегодня я посвящаю свое видео прогулки в новом парке. Ну не то чтобы новом, но я здесь давненько не был. Показываю вам свое, собственно, мероприятие. Почему так хожу? Рассеянный склероз. Об этом подробнее в других видео смотрите. А сегодня просто любуемся, наслаждаемся природой посреди города. Я приехал в парк имени 403 города Красноярска. Почему так называется? Потому что уже в 2028 наш город отметит 400 лет своей. А вот так вот он выглядит. Можете посмотреть, вот утки всякие. Тут вообще много живности. Ну, у нас вот есть Татышев, там тоже живность. Вот там суслики еще, а здесь сусликов нету. Есть вот только вот такая живность, птичья чисто. Так что довольствуемся тем, что есть. Многие любят покормить уток. Не знаю, на пользу им это или нет, но... Итак, давайте посмотрим ледяное озеро. Вот такое вот. Искусственный водоем, который вот во что превратился. Уже нолик на улице. Или даже меньше. Но я думаю, вы бы здесь прогулялись с удовольствием. Так что, если кто в Красноярск туристом поедет, можете посетить этот парк. Об этом вам могут не сказать в интернете. Об этом я рекомендую сам. Природа сама все рассудит. На этом я закругляюсь, так что всем пока, до связи.